Водитель школьного автобуса, устроивший смертельное ДТП в Маргаушском районе, признан виновным в совершении преступления. Напомним, инцидент произошел 4 сентября 2020 года около 7 часов 40 минут на автодороге Авданкасы-Маргауши-Космодемьянск. Совершая поворот налево, водитель автобуса выехал на встречную полосу, не убедившись при этом в отсутствии транспортных средств, что привело к столкновению с легковым автомобилем, в салоне которого находилось 3 человека. В результате 34-летний водитель легковушки и его 7-летняя дочь получили травмы, несовместимые с жизнью. 8-летний пассажир автомобиля также получил множественные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Приговором суда виновному было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, а также лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Хотелось бы отметить, что за несколько дней до оглашения приговора подсудимый, управляя автомобилем марки «Соболь», вновь совершил дорожно-транспортное происшествие. А именно, около территории детского сада в селе Маргауши он сбил 5-летнего ребенка, которому в настоящее время оказывается медицинская помощь.